Еще в 2011 году у жителя города Видное Максима Кочанова появилась идея установить парковки возле школ-поселения. Он сам всегда активно пользовался велосипедом и испытывал неудобства, связанные с парковкой своего двухколесного друга. К сожалению, тогда идея не нашла отклика в управлении образования, и свой проект он смог реализовать лишь у городских магазинов. Но молодой человек не расставался с идеей, и этой весной за счет спонсорских средств ему удалось добиться того, чтобы в Видном начали массово появляться велопарковки. В части школ мы провели инструктаж по технике безопасности, по поводу как пользоваться, как там парковать велосипед, ну и каким-то таким базовым вещам, которые нужно знать, если вы собираетесь перемещаться на велосипеде по городу. Форма для видновских велопарковок была выбрана самая простая, чтобы всем группам населения было удобно ими пользоваться. Всего в городе 22 велопристани, каждая рассчитана на 5 велосипедов. Свой проект Максим подал на участие в премии губернатора «Наше Подмосковье». Он уверен, дело это хорошее и должно вызвать положительный отклик среди общественности. Для меня это новый опыт, потому что обычно мы как-то на себя привыкли рассчитывать на там какое-то частное спонсорство или что-то в этом роде, но опыта такого взаимодействия с государством у меня еще не было. Ну, попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. Горожане уже успели опробовать такое нововведение, причем не только велосипедисты, а и мамы с колясками, которые теперь могут безопасно оставлять их у входа в магазин, и дети с самокатами, ну а те, кто традиционно пользуется двухколесным транспортом, просто в восторге от велопарковок. Мне понравилось пользоваться парковкой, и она удобная. И когда ты едешь в школу, там, к примеру, на велосипеде, то ты ставишь туда, и тебе удобно. Во времена, когда даже в нашем маленьком городе образуются большие пробки, вот такие велопарковки, должно быть, станут незаменимой вещью. Ведь для того, чтобы не проводить много времени в дороге, многие уже пересаживаются на велосипеды. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.